Чеснок – это один из немногих продуктов питания, которые ученые всерьез рассматривают как альтернативу некоторым лекарствам. При этом, внимание, чесночная вода лучше, чем просто чеснок. И вот почему. Чеснок содержит 33 полезных соединения серы, но все они химически нестабильны, быстро разрушаются в печени и выводятся из организма, а потому лечебный эффект чеснока всегда кратковременный. Именно поэтому для получения максимальной пользы его следует употреблять каждый день. Сможете ли вы каждый день разжевывать зубчик чеснока и в течение дня мириться с дискомфортом в связи с запахом изо рта? Вот и мы считаем, что лучше обойтись без жертв и поддержать свое здоровье вкусной и полезной чесночной водой, которая, важно отметить, не оставляет неприятного запаха. Как мы уже упомянули, в чесноке присутствуют уникальные соединения серы, в частности аллицин. Именно это вещество создает неповторимый запах чеснока, но в то же время оно защищает нас от бактерий и вирусов, укрепляет сердце, очищает сосуды, разжижает кровь и даже избавляет от морщин и прыщей на лице. А еще аллицин оказывает мощный противогрибковый эффект. В целом зубчики чеснока аллицин полностью отсутствует, но образуется при соединении аминокислоты аллеина и фермента аллеиназы, которые вступают в химическую реакцию только после разрушения растительных клеток чеснока, то есть после того, как вы продавите его через чесночницу. Именно поэтому измельченный чеснок имеет гораздо более резкий запах. Как приготовить чесночную воду? Ингредиенты. 1-2 крупных или 3-4 небольших зубчика чеснока, 4-5 капель оливкового масла, 1 стакан воды, 2-3 дольки лимона. Приготовление. Очистите зубчики от защитной оболочки, продавите их через чесночницу, выложите чеснок на дно эмалированной посуды, добавьте оливковое масло, залейте водой, нагрейте состав до 50 градусов, выдавите лимон. Дайте настояться 15-20 минут, затем процедите. Для чего нужны другие ингредиенты чесночной воды? У некоторых людей употребление чеснока может вызывать тошноту и даже боль в желудке. Именно поэтому в чесночную воду следует добавлять оливковое масло. Оно смягчает действие аллицина. Вода также обеспечивает мягкое и эффективное усвоение чеснока. Кроме того, стакан теплой воды сам по себе приносит пользу. Теплая вода ускоряет обмен веществ, очищает пищеварительный тракт от токсинов и подготавливает желудок к приему пищи. И, наконец, лимон. Мы добавляем его в наше средство не просто так. Он отлично перебивает запах чеснока. Обещаем, от вас не будут шарахаться прохожие, и вы сохраните всех своих друзей. К тому же лимон – богатейший источник витамина С, мощного антиоксиданта, который делает чесночную воду еще полезней. Однако всегда следует помнить, это достаточно сильное средство и при наличии серьезных заболеваний может применяться только по рекомендации врача. Не применяйте никаких рекомендаций без консультации с врачом. Делитесь своим опытом в комментариях, подписывайтесь на Здоровье Сберегающий канал и жмите на колокольчик уведомлений, чтобы первыми узнавать о новых видео. Мы ценим ваше мнение.